Привет, с вами я, Даша, и сегодня я расскажу немножко о себе, потому что у меня не было видео, где я рассказывала о себе, отвечала на какие-то вопросы, вот, поэтому в этом видео я решила рассказать именно себе поподробнее, потому что у меня уже столько видео, ну, у меня их, конечно, немного, потому что я их не часто выкладываю, я постараюсь их выкладывать почаще, я говорю это каждый раз, и у меня не получается всегда, но в этом году я реально попытаюсь почаще выкладывать видео, потому что, вот. В начале сентября я уже успела приболеть, вот, я сейчас немножечко болею, все равно хожу в школу, потому что надо ходить в школу, у меня там уроки все-таки, вот, и как-то пропускать школу тоже не очень хочется, чтобы потом были какие-то проблемы, вот, потому что там нужно писать заявление, приносить справку, мне это вообще не хочется делать, поэтому я хожу в школу, вот, а что рассказать, мне 14 лет, 30 марта у меня день рождения, я родилась в 2002 году, логично. Я перешла в 8 класс, сейчас я учусь на данный момент в 8 классе. Все это то, что вам нужно было знать, всем пока. А вот нет, что я хотела рассказать о себе, рассказать, какие любимые фильмы, сериалы, музыка, книги, что, как, где, вообще, хорошо. Ок. А расскажу, что со мной происходило летом сначала, вот, потом расскажу немножко, что вообще я люблю. Летом я ездила в Англию, я, как вы знаете, да, в прошлом видео, летом я ездила в Англию, я ездила с 29 июня по 20 июля, я была там 3 недельки, и это были просто потрясающие 3 недели, я познакомилась там с замечательными просто людьми, мы ездили группой EF, English First, English Education, вот, Education First, по-моему, не English Education, sorry. Там English First, Education First, там у них, ну, все по-разному называют, вот, то есть в аэропорту я ездила группой русских, мы приехали все туда, все вот эти группы русских, их было, по-моему, там 20-19, сама не помню, сколько человек, вот, эти русские приехали туда, мы приехали все эти русские на 3 недели и вместе потом уехали. Но с русскими я практически не общалась, вот, общалась только там с двумя девочками, это Алина и Карина. Приветики вам! Они смотрят мои видео, наверное. Я не знаю. Я говорила в моем канале. Вот, если вы это смотрите, я вас люблю. Вот. И последний, предпоследний день мы просто так тусили. Прям вот отрывались, как могли. Мы, по-моему, в предпоследний день мы сидели на травке, на газончике, около наших домиков. Мы там пили. Мы пили, в смысле, газировку там и так далее, вот. И мы просто ржали там, болтали, как могли. Вот, и в последний день они были у меня в комнате, ночевали у меня в комнате. Расскажу, как у нас там все было организовано. У нас были домики, в домиках 4 этажа, на каждом этаже по 6 комнат. В одной комнате живет лидер, это, как это на русском? Я забыла. Здравствуйте, я забыла. Короче, главный. Не главный, а вот... как, на «В» как-то. Как-то на «В». Вожатый. Вспомнила же, головку думает. Вожатым, я поняла, пофигу было, но у нас были такие правила. В 10:30, чтобы все уже были... В 10, по-моему, все, чтобы были в домиках, в 10:30, чтобы все уже были по своим комнатам. В 11 отбой. Естественно, никто не ложился там ни в 11, ни в 10:30 в своих комнатках не были. Мы вот практически на протяжении всех вот этих вот 3 недель, только в последние два дня, мы не были в своих комнатках, ну, точнее, я. Вот. Поэтому я всегда как-то в своей комнатке, там, да, вот, я тут, если что, там, я тут... Подходите, что делать, то и хотите. Вот. Мне на самом деле повезло. У меня на этаже были только русские. Вот. То есть, ну, как бы повезло, не повезло, потому что вроде приехал тренироваться.
английский, а вроде как бы и в последние 2 дня мы решили там как бы потусоваться, мы ложились позже, чем 11, и это было офигенно, просто реально круто, это просто 3 недели, которые мне запомнятся, наверное, 3 недели, которые мне, наверное, запомнятся просто на всю жизнь, я их никогда не забуду, и там были просто замечательные люди из Испании и из Италии, просто 2 девочки, это Мадалена и Ариана, они просто такие классные, я не могу... Вот, они мне подарили пингвинчика в последний день, я, боже мой, я так рыдала последний день, я просто весь день ходила и рыдала потом, последующую неделю я ночью просто не могла и рыдала, потому что я так скучала по ним всем, и рассказывая это, я могу заплакать, но я пытаюсь держать себя в руках. Сейчас прорвет, надеюсь, что нет. Вот, и... Вот эти вот 2 девочки, Карина и Алина, и еще 2 девочки, Ариана и Мадалена, они просто офигенные, ребят, они такие классные, я не знаю даже, что вам надо от меня, я про телефон. И серьезно, эти 4 девочки, они просто, я не знаю, что сказать про них, они замечательные, я рада, что я с ними познакомилась, я надеюсь, что я всех встречу. Вот, Мадалена и Риана не факт, что встречу, потому что они в Италии живут, но Карина и Алина, они живут в Москве. И у нас, скорее всего, будет встреча, комбат-пати с русскими, вот, кто был в Англии с нами в группе. Вот. И были испанцы. Испанки и испанцы. Было 2 мальчика испанцы, это Луис. Луис и... Не Луис, а Луис. И Сергио. Серджио, кто как его называл, вот, просто тоже 2 классных мальчика, которые там веселили, просто ходили, там, ты ржешь, с ними идешь рядом, и уже ржать хочется, ты не понимаешь, а почему, вот. И еще 1 девочка, Сара, она испанка, она тоже дирекшонер, я была просто рада. Там было, по-моему, где-то 4 дирекшонера из Испании, вот, но общался только с одной, потому что я ее люблю. Вот так вот. Люблю вот всех, кого я перечислила. Прям муа. Вот. Здравствуйте. Потом, где мы были в Англии? Мы были в Винчестере, мы ездили в Лондон, но жили в Винчестере. Вот. Потом, когда мы приехали в Москву, приехала моя подруга из Англии. Она русская, у нее папа англичанин, мама русская. Вот. Они приехали к нам. И мы поехали на дачу, они к нам на дачу приехали, приехала моя троюродная сестра, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, мы там тусили, было очень круто. Моя подруга просто Эрика, если кто не знает, ну, никто не знает, потому что я об этом не говорила. Эрика, она живет в Англии, раньше она жила в России, теперь она живет в Англии. Потому что папа не англичанин, и у него там что-то, по-моему, по работе. И в итоге они остались жить там. В августе мы поехали 12 августа в Доминикану, там пробыли 2 недели, там было тоже очень классно, мы были там с друзьями, и просто, о боже мой, это были, это единственное, наверное, лето, которое я не пресероля, и это было просто, просто, скорее всего, что в следующем году я тоже поеду в Англию, в Оксфорд, я надеюсь, очень-очень-очень на это надеюсь, потому что мне было очень круто, вот. Доказательства есть, что я была в Англии. Студентик. Здравствуйте. Это просто ностальгия, серьезно. Мне попал волос в глаз. И вот такой вот блокнотик из музея Гарри Поттера. Я туда ездила с папой. Потому что на субботу-воскресенье, по-моему, через неделю, когда я приехала в Англию, приехал мой папа, мы поехали к его друзьям. На 1 день я там ночевала, и потом обратно вернулась в университет, но не в университет, а вот в ЕФ, в их лагерь. И потом папа уехал обратно в Москву. В общем, если вы хотите, чтобы я сделала хол вещей из Англии, то, пожалуйста, ставьте пальчики вверх и пишите прямо вот в нее в комментариях. Если хотите, конечно, если хотите, то я не буду снимать. Итак, поехали. Обо мне. Факты, не факты, не знаю.
Как пойдет, так пойдет. Мой любимый цвет это голубой. У меня просто мания голубого. У меня голубые платья, у меня голубая джинсовка, но какая она еще может быть? Вот, на самом деле, голубой просто офигенный цвет, особенно бирюзовый. Бирюзово-голубой разные, конечно, цвета, но они очень похожи. Я просто обожаю этот цвет. И бирюзовый-голубой, ну, просто... Вот, дальше... Извините, пожалуйста. Дальше я хочу включить вам мои три любимые песни, кроме, конечно, Ванди, потому что у Ванди у меня все любимые песни. Вот, поэтому сейчас включу мои три любимые песни не из Ванди. Первая песня это вот эта. Песней. Вторая песня это вот эта. Тоже песенка, исполнитель напишу внизу. Так что слушайте, наслаждайтесь, если вам это, конечно, понравилось. И третья песенка, которая мне очень нравится. Нет, не, ну не, да. What's wrong with you? Он выключился. Почему он выключился? Что с ним? Сейчас все такое I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right. Были мои три любимых песни. Сейчас я буду, не буду перечислять моих любимых исполнителей, потому что их много. Ну как, 6-5 штук не хочу, потому что сейчас будут засранные комментарии. Этого никто не хочет. Особенно вступим к моей тройке любимых фильмов. У меня будет все по три, потому что у меня всегда все по три. Я не знаю почему. Третий фильм, мой любимый, это «Если я останусь». Просто класс. Второй фильм. Это, сейчас дайте подумать. Наверное, это будет фильм «До встречи с тобой», потому что он очень крутой. И на первом месте это фильм... Голодные игры.
Да, все части «Голодных игр», потому что этот фильм просто божественный. Согласитесь, не согласитесь, тогда я соглашусь за вас. Спасибо, да. Фильм «This is Us» не входит в мою тройку, потому что он всегда будет в топе. Всегда. Вот. Ну, «This is Us», «One Direction». Что вы хотите от меня услышать? Не знаете тогда? Вот, теперь, наверное, тройка сериалов. Да, пожалуйста, давайте тройку сериалов. На первом месте это будет у меня всегда «Милые обманщицы». На втором месте «Бесстыжие». И на третьем месте «Касл». Просто вот эта тройка моих любимых, просто самых любимых сериалов. Потому что они, ну, просто очень классные. Просто супер класс. Вот, а расскажу, что еще рассказать. На самом деле, не знаю, что в таких случаях говорят. А расскажу то, что да, у меня есть очень много интернет-друзей, очень-очень-очень много. Есть друзья из США, Флорида, из разных стран, на самом деле, из разных стран. Вот, и я никогда не была на сходках Дириков, потому что меня не отпускают. Ха, да. Это очень грустно, но скоро, я думаю, будут отпускать, потому что скоро я вырасту. Мне скоро будет 15, потом 16, потом 17, потом 18. Ну, наверное, где-то 15-16 уже будет нормально. Я надеюсь на это, очень на это надеюсь, прям вот, вот так вот. Вот. Наверное, это было все обо мне. Также я очень сильно люблю и чай, и кофе. Я не знаю, что выбрать между ними, потому что и то я люблю одинаково. Понятно? Да. Также я очень творческий человек. У меня очень много скотчей. У меня просто мания к фломастерам, карандашам, скотчам. Это просто уже какая-то болезнь, потому что у меня коробка уже просто не закрывается от скотчей и всяких вот этих декоративных штучек. Фух, я это выговорила. Sorry, not sorry. Вот. И у меня очень много всяких этих скетчбуков, потому что у меня их много. Потому что я рисую в одном, потом беру другой, рисую в другом, потом беру другой, рисую в другом. Вот, в общем, вот так. Также я люблю Гарри Поттера, и у меня есть даже палочка Гарри Поттера. Но я вам не покажу, потому что если будут лайки, то покажу в холле. Ясно? Да. Вот, я надеюсь, что вам... А, также у меня есть сестра маленькая, старший брат и мама, папа. Вот. Маленькой, младшей сестре в 31 октября будет 5 лет, а брату будет 18 лет 12 апреля. Вот, то есть он у меня старше, сестра младше. Логично? Логично. Что не так с... Вот, в общем, я сейчас пойду сразу же монтировать это видео, пока у меня есть свободное время. Сразу же его выложу. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Я попыталась сделать его хотя бы как-нибудь веселым, покорчившись, но это, я думаю, что не помогло. Но если вам это помогло, поставьте лайк внизу в комментариях. Напишите, подпишитесь. Соцсети тоже внизу в описании. Я вас всех-всех-всех люблю. Оставайтесь такими же, какие вы есть. Никогда не грустите, будьте на позитиве.